И здесь у нас уже созрела вот такая земляничка, я забыла ее название. Какая-то она душистая, забыла, вообще забыла. Душистая. И вот она уже созрела некоторыми ягодками. Вот такая красотень. Душистая красотень. И вот это здесь у нас ее грядка. Вот аж туда она уходит. И надо ей придать культурный вид, чтобы можно было сделать сбор урожая. Да, первые ягодки. Красавица. Там моя тень. Это ромашки, которые мы думали, что будут все в тли. Каким-то непонятным образом ромашка вся стоит чистая. Берите и собирайте, все желающие поработать. А я пришла к земляничке. Вот такая земляника. Вот такая красавица. Вот здесь вот среди ромашек, среди вот там вот мята, лес мяты стоит. Вот это мята, там кусты смородины. Там домик просматривается наш. И вот здесь вот земляника. Но это не простая земляника, а вот та вот, которую я забыла, как называется. То ли итальянская, то ли испанская. У нее есть такое название, такое специфическое. Если вспомню, вот это уже даже переспевшая. Душистая. Ароматище. Вот такие кустики. Вот туда надо залазить. Аромат, конечно, камера не может передать. Вот там, видите? Среди мяты. Вот такие кустики. И вот там вот среди ромашки. Краснеют. Вот это сейчас туда надо ползти, чтобы все остались наезженными земляникой. Привет. Вот такая красота. В ромашках растут земляники. Ух, какая красота. Понятно. Ну хорошо, до встречи. Сейчас выходю до вас.